Недавно супругу актрисы Анастасии Заворотнюк, Петру Чернышову, исполнилось 52 года. В такой день обычно члены семьи и коллеги поздравляют его, но в этот раз все было не так. Это и понятно, ведь артистка борется с раком мозга. Впервые Заворотнюк попала в реанимацию еще в 2019 году. О ее состоянии с тех пор появляется не так уж много новостей, фанаты уже отчаялись ждать информацию. Видимо, отчаялся ждать и Чернышов. Он покинул место у кровати любимой. Фигурист начал дальше строить карьеру и жизнь. В его день рождения о нем почти никто не вспомнил. Большинство коллег решили отмолчаться, а старшая дочка Заворотнюк, Анна, даже не написала в социальных сетях ни слова об отчиме, хотя активно их ведет. Пока не ясно, почему Чернышов так резко ушел из жизни звезды.